Всем доброго дня! Сегодня готовлю котлеты из куриного филе. Они хороши на обед, ужин или перекус. Котлеты получаются сочными, сытными и полезными. Готовятся быстро и просто, и для их приготовления понадобится куриное филе, кабачок, лук, панировочные сухари, паприка копченая, укроп, петрушка, растительное масло для жарки, соль, перец и щепотка сахара. Сначала подготавливаю овощи. Лук нужно очистить и порезать мелким кубиком. Затем обжарить на растительном подогретом масле, добавляя щепотку сахара, чтобы убрать горечь лука. Периодически помешиваю лук и довожу его до прозрачности и золотистого цвета. Перекладываю в миску и даю остыть. Кабачок очищаю от плодоножки и хвостика и натираю на мелкой терке. А зелень мелко рублю ножом. Теперь можно готовить фарш. Куриное филе я очистила от жира и пленок. Нарезаю средними кусочками. Измельчаю фарш в комбайне. Также можно измельчить филе через мясорубку или в блендере. Выбирайте способ, который вам больше подходит. Перекладываю в миску фарш. Натертый кабачок и зелень. И обжаренный лук. Добавляю к нему панировочные сухари, приправляю копченой паприкой, перцем и солью и хорошо все перемешиваю, доводя по вкусу. Смачивая руки в воде, формирую заготовки котлет и перекладываю их на доску. В сковородку вливаю растительное масло, хорошо его нагреваю и закладываю первую порцию заготовок котлет. Обжариваю котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистого поджаристой корочки. Готовые котлеты перекладываю на блюдо и можно сразу подавать к столу. В качестве гарнира котлета можно подать овощи, зелень, отварные крупы или макаронные изделия. Также рекомендую котлетам подать квашеную капусту. Сочетание в данном варианте замечательное. Всем приятного аппетита! Вкусные, сочные куриные котлеты готовы. Спасибо, что были со мной. Если рецепт вам понравился, приготовьте их обязательно. Благодарю всех за просмотры, лайки, подписку и комментарии. И до новых вкусных встреч! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится!